Здравствуйте, на государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью доктора Левона Епископосяна об армянском генетическом элементе. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Зограбмана Цыканяна с Антонио Гутерешем. Трое иранских пограничников были убиты на северо-западной границе Ирана. За последние дни 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 вылетели из России в Армению. Еще одна партия гуманитарной помощи отправляется из Канады в Армению. Из спада воды озеро Ван можно увидеть историческую крепость Арчеша. Левон Епископосян, доктор биологических наук, профессор, сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук, рассказал телевидению Западной Армении о генетическом картировании, его возможностях в армянском генетическом элементе, а также затронул ряд важных вопросов, связанных с генетической идентичностью. 13 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограбмана Цыканяна с генсеком ООН Антонио Гутерешем. Как передает Арменпресс, МИД Армении сообщает, что министр Цыканян и генсек ООН обсудили развитие, последовавшее после совместного заявления премьер-министра Республики Армения, президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев. Министр Цыканян подчеркивает необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, которые касаются Нагорно-Карабахского мирного процесса исключительно в рамках сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Зограбмана Цыканян всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии и шаги, предпринятые властями Арцаха и Армении для его разрешения. Собеседники подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, которое находится под угрозой в Арцахе из-за азербайджанской оккупации. Трое иранских пограничников погибли в боестолкновении в северо-западной части страны в провинции Западный Азербайджан, РИА Новости. По сообщению властей, они не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана в ходе боевых действий в зоне Карабахского конфликта, которые происходили с 27 сентября по 10 ноября. Неоднократно говорилось о том, что на стороне Азербайджана воюют боевики-наемники, переброшенные Турцией из Ближнего Востока на Южный Кавказ. Ранее эксперты Организации Объединенных Наций призвали вывести из региона всех иностранцев. Странных наемников. За прошедшие сутки 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России вылетели из России в Армению. Как передает Арменпресс, Минобороны России сообщают, что в Армению отправлено более 20 большегрузных автомобилей с прицепом и более 170 миротворцев. Выполнение миротворческих задач и координация мероприятий по мониторингу ситуации в зоне Карабахского конфликта осуществляется Национальным центром управления обороны Российской Федерации в круглосуточном режиме. Очередная партия гуманитарной помощи для арцахских семей будет отправлена из Канады в Армению 21 ноября. В беседе с Арменпресс Эдгар Манукян, один из представителей армянской общины, член Объединенного армянского совета Онтарио, отметил, что армянская община продолжает свою работу по оказанию поддержки. Эдгар Манукян также сообщил, что в ближайшие недели в Армению будут отправлены медицинские микроавтобусы. Из-за падения уровня воды в озере Ван в Западной Армении крепость Арчеш и ее руины вышли на поверхность в прибрежной зоне. Из-за глобального изменения климата в ближайшем будущем уровень воды в озере будет снижаться. Крепость Арчеш, построенная во времена Урартского царства, опустела в 1841 году, когда вода в озере Ван начала подниматься. Те, кто проживал здесь и в то время селились в уездах Алканат, Геолгази и Теклер в современной провинции Арчеш. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Ван». Версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!